Всем привет, дорогие друзья! Это канал Технобар Плюс, и сегодня у нас 15 сентября 2021 года. Я решил на своем смартфоне Poco F3 проверить, не пришло ли какое свеженькое обновление. Собственно, открываем настройки, и да, все-таки я вижу, пришло обновление. Версия MIUI пришла 12.5.4. Это глобальная версия по буквам Mi. Это мы можем видеть стабильная на 71 мегабайт. Друзья, напомню, что смартфон сейчас работает у меня на 11 андроиде. Версия MIUI 12.5.3. Это версия Enhanced Edition. То есть с различными нововведениями, о которых я, собственно, говорил при этом обновлении. Друзья, хотел бы отметить тот фактор, что многие мои подписчики, ну и, собственно, пользователи в сети очень сильно жаловались на то, что смартфон самопроизвольно перезагружается, какие-то лаги, затупы с этим Enhanced Edition версией. Хочу заметить следующее. И многие друзья даже, я вам хочу сказать, отказывались обновляться. И даже была информация, что эту версию, собственно, откатили. То есть убрали ее из загрузок, собственно, компания Xiaomi. Но выпустили зато версию 12.5.4. Друзья, эта версия по заявлению компании Xiaomi. Как вы можете видеть, изначально тут кратко все написано, но я вам скажу более детально. То есть оптимизация производительности и систем. Производительность системы, улучшение безопасности и стабильности системы. Я, естественно, это обновление загружаю. Друзья, что привносит это обновление по заявлению компании Xiaomi? Это обновление, во-первых, исправляет кучу ошибок, которую преждевременно, скажем так, выкатили в версии MIUI 12.5 Enhanced Edition для смартфона Poco F3. И, собственно, естественно, с кучей лагов, с кучей ошибок, собственно, и по аккумулятору у многих проблемы были. То есть эта версия исправляет проблемы с аккумулятором, с автономностью, проблемы с перезагрузкой однозначно. Ну и мелкие, опять же, помарки, лаги, затупы, которые принесла, собственно, Enhanced Edition. Ничего не могу сказать, друзья, относительно своего экземпляра. Все индивидуально. У кого-то были проблемы, у кого-то не было проблем. Лично у меня, друзья, хочу вам отметить, что проблем с версией MIUI 12.5 Enhanced Edition не было никаких. Никаких ни перезагрузок, аккумулятор работает нормально. Не знаю, возможно, это связано от регионов, а возможно, связано с тем, какая партия у вас непосредственно самого вашего смартфончика. Вот, собственно, вопросы и проблемы тут у каждого аппарата могут быть разные. Но конкретно за свой аппарат хочу вам сказать, что никаких проблем не было. Естественно, друзья, я загружаю эту версию MIUI 12.5.4 и вам ее рекомендую, друзья. Обязательно, обязательно. Особенно у людей, у которых были проблемы с, соответственно, с перезагрузками, с аккумулятором и с прочей нечистью, как говорится. Ну, собственно, как-то так, друзья. Это было новостное видео, друзья, на канале Технобар Плюс. Как обычно, подписываемся на канал, друзья, ставим большой палец вверх, прожимаем колокольчик, дабы не забывать и получать уведомления о свеженьких видео. Я обещаю, впереди очень много интересного. Как обычно, на канале Технобар Плюс. Всех обнял.